Большую часть времени бездомный Евгений Батарин теперь проводит за чтением. Теплый уголок он нашел в реабилитационном центре для людей без определенного места жительства. А всего несколько дней назад в трескучий мороз 69-летний мужчина жил прямо на улице. Своего дома у Евгения никогда не было, и помощи просить не у кого. Родных у Евгения нет. Мне некуда было деваться. Я валялся на улице. Меня позабрали сотрудники милиции и привезли сюда. Только за последние несколько дней лютый холод пригнал в центр сразу более 30 бездомных. Всего в центре на сегодняшний день 155 постояльцев. Ради теплого пристанища все они строго соблюдают распорядок дня и правила учреждения. На зимовке нельзя пить и нужно заниматься посильным трудом. На улице холодно. Надо как-то стараться. Здесь какой-то промежуток времени, пока я не адаптируюсь, пока не найду свой стимул, свою дорогу в жизни, буду проживать здесь. Устроюсь на работу, сниму где-то квартиру, буду продолжать дальше жить. Родные есть, но родным сейчас не до меня. Лишнюю тарелку супа здесь найдут каждому, говорит руководство. Но, к сожалению, покупка одежды для бездомных бюджетом не предусмотрена. А потому от помощи сердобольных горожан здесь не отказываются. У меня хоть сутками валялся. Зимой у нас всегда большой наплыв бездомных. Многие сами приходят, некоторых привозит полиция. Остальные находят здесь приют по просьбе служителей церкви. Морозы пока не собираются покидать нашу область, а это значит, возможен новый наплыв бездомных. Сотрудники центра к этому готовы. Жанна Тухтарбай, Амантай Ульбеков, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.